bend you like it's on a shit. I don't give a fuck unless you're talking with the money clips. Блин, может быть, сразу со Славой смотреть? Просто так же интереснее, нет? Как Слава сразу реагирует. Ну, он, смотри, темный. Да. Ладно, давай посмотрим, блин, что он там сделал. Привет, это перезалив ролика в связи с тем, что популярные стримеры хотели посмотреть мою пародию. Вот кто смотрит эти видео, Бустер смотрит, вот кто смотрит, я смотрю. Все дела, но не смогли, из-за того, что... Тихо очень, почему? Или это я глохну? Мужские соски. Типа, мужские соски. Поэтому в этом ролике я... Вот так вот и живем, блядь. Заблюдаю все, и вы не сможете найти ни одного мужского. Спасибо тебе за субскрупт. А я люблю мужские соски, блядь. Да, да, спасибо. Мне нравится прям полезать так балдежно, блядь. Братан, спасибо за 4 месяца, спасибо за субскрипцию. Соски строго. И мне как никогда нужна ваша поддержка в виде лайков, комментариев и так далее. Правда, не обвисшие, блядь, как... Ладно. Ну вот когда похудеет, тогда уже нормальные будут. Что, чё? Чё нахуй? Блядь, ну у тебя, знаешь, они такие еще опухшие, такие обвисшие. Вот. Но я все равно их люблю. Понимаешь? Все равно их люблю. Когда перезаливаешь ролик, всегда... Это же не важно. В миллиарды раз падает. И я боюсь, что он не попадет ни в рекомендации, никуда. Поэтому, пожалуйста, помогите мне. И отправляйте все... Надеюсь, он... А, блядь, у меня реклама, нахуй. Пусть а, это Герман, типа? Приветствую вас на данном потоковом вещании, блядь. Максимально адекватный стрим, как бы и привыкли, как и всегда. Куда ты идешь? Дура тупая! Бля, там из-за его вебки не видно его вебку, сука. Где-то я это, блядь, видел. Ой, ну конечно, блядь! Бля. Ты своей вебкой его вебку загородил. А, в натуре? Бля. А, все. Бля, я не могу, я тебя... Чела, блядь. Ой, ну конечно, блядь! Этот хорошо. Вот это да, хорошо. Соси ему, блядь! Зацените бутер, какой себя оформил, зацените, блядь. Колбасецкого себе вот так вот накинул. О, блядь, балдёж, балдёж, пацаны. Знаете, что не хватает, пацаны? Сейчас я должен крикнуть. Катя! Юбан, Катюха! Юбан! Кофе! Не открывайте. Бля, пишет. Знаешь, что пишут? В зеркале соски видно. Да блядь. Серьезно? Где? Ага. Блядь. Серьезно? Делит. Транслэйшн. Я не знаю. Блядь, ну ты чего? А мне писали в чате, а я не понимала, какую зеркало. Слышишь, чел сделал? Вы просто вдумайтесь. Чел перезалил и перезалил неправильно. Братан, ну соски-то зеркальные тоже замазывать надо, блядь. Чё, девчонки, вот это красотой называете? Вот эти, блядь, дрыщи какие-то тупорылые или что, блядь? Показали им реальную красоту? Да, вот да! Вот реальная красота тут, поехала, полетела. А я думал, они опять выскочили. Тупо вырывается из кокона, дура, просто дура вырывается из кокона. Не, ну пацаны, ну объективно, посмотрите на вот этого, блядь, не мужчина, это... Красавец! 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 Блять, пиздец, блядь. Ну, мужики, может, в караоке пойдем? Сейчас попоем немножко, показать вам музыкальные способности полковника Бустеринка. О, целочка! Завели глаза, погрязни, не бойся. Там бурый огонь, на нас ничего не сбросит. Давай, говори, что-то серьезно. Че он за хуйню ладушку натянул? Кстати, я тоже хотел спросить. Че он не мог просто повязку купить? Секью, 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 даринай. Это не любовь, но я люблю твою жену. Луная такая, ты снежная королева. Луная такая, ты снежная королева. Я вообще не вижу разницы. Пацаны, бля, балдежный клип однозначно. Бля, у него эти титьки тоже. Балдеж, балдеж. Че, пацаны, вы думаете, я не смогу так же, как они, ёпты? Полковник Бустеренко, вы думаете, я не смогу сделать свой рэп-трек, бля, зарифмовать две строчки и готово? Мужики, вы что, забыли, у кого тут большой член, большие яйца? Я не понимаю. Кстати, про это можно сделать трек. Про это и сделаю. Так. А, он сейчас... Бля, он годно делает, типа, не только пародию, но и какой-то вот свое что-то. Нихуя, блядь, шкаф я ебал, блядь.
полковник Бустеренко узнает молодежь. Мое второе имя Балдюш. Я красавец, а ты нет. Нихуя с одним, блядь. И член. Полковник Бустеренко знает то, что надо дамам пригласить на стрим и засыпать. Нормально, это нормально. Сука, слабо в деле, время ее обосрать. Звучит как... Главное не получить бан, блядь. Боевая единица супербит. Как будто Морген Спирт такое, читка такая же. Я, конечно, могу ошибаться. Что это за повязка такая? Буду врать и скажу, цените мать. Сукни съебанный сыр. Сел на стол и запустил. Стрим повязку нацепил. Нормально, хуй там, лягода. Да, эффект нормальный. Таких, как я, ты не найдешь. Бля, все его фишки добавили, согласны? Полковник Бустеренко знает молодежь. Мое второе имя Балдюш. Я красавец, а ты нет. Большие яйца и член. Полковник Бустеренко знает молодежь. Мое второе имя Балдюш. На Григента похож? Нет. Не, вот это нормалек, реально, блядь. Вы даже не понимаете, что пародия, вы что говорите, кринж, кринж. То есть, ну, естественно, блядь, пародия, они будут такие эмоции вызывать. То есть, вообще, блядь, пацаны, кринж, это такая хуйня, я говорю. Мне не пишет кринж. Я не считаю, что это кринж. Это рофлян же, это... Кринж, что у вас в голове, блядь, правильно говорил Лорд Гузлик, блядь? Или кто это говорил, блядь? Или кто это говорил? Ты, блядь, вообще нахуй? Ты чё начинаете писать, что кринж? Это не кринж, это... Это реально офигенно, то, что он так сделал, это... Талант. Пиздец был, блядь, на стримфайсе, блядь. Тремя люди, как в твоем городе. 115. Я говорю, ну, бага говорил, блядь. Стану в позу бабочки, напрягу хребет. Кринжа не существует, я говорил, блядь. Величайший, блядь, старый рифлайпенис, блядь. Как будто бы больно стучит сосед над головой. У меня бомбит, я бью рукой. Я срываю связки, сука, в ноль. В чем залог успеха? Догадайся. На окей скажу. Большие яйца. Полковник Бустеренко узнает молодежь. Бля, качественно, максимально. Бау. Ебаный сыр. Зашло. Большие яйца и член. Полковник Бустеренко узнает молодежь. Блин, мне нравится, да охуенно. Да и спасибо огромное, что зрился. Спасибо, родненький мой, спасибо, сладенький. Спасибо, кинчик мой, спасибо тебе, типа, маленький клюзик, блядь. Бля, базарнули, это качественный контент. Своих подписчиков ознакомил, блядь, с твичом, с... Как он выглядит в реале. Знаешь, так коротко показал, что происходит на Твиче в лице Ариньян и в лице Славы. Но это пиздато, это пиздато. Полковник Бустеренко узнает молодежь. Мое второе имя Балдюш. Я красавец, а ты нет. Нихуя с одним, блядь. И член. Полковник Бустеренко знает то, что надо дамам пригласить на стрим и засыпать. Нормально, это нормально. Сухо, слабо в деле, время.